by these wonderful ladies, Alla and Maria Zakharova. So many of these paintings are here in our museum, but there's so many of them we can't display them all at once. So this is an opportunity to get a real good overview about what this bequest means. And we're so delighted to have these two ladies who have been involved with these collections for a long time, because the artist and the collector was a very good friend of theirs, Konstantin Cherkas. So with further ado, real quick, get going. Во-первых, большое спасибо, что вы сегодня все к нам пришли. У нас уже получается 35-я встреча, как Алекс сказал. И для нас это большая радость, что есть люди, которые постоянно с первого раза к нам приходят. Сегодняшняя встреча посвящена Черкаше Нинову, художнику. Для меня это совершенно новая фигура. И я сделала короткое вступление для того, чтобы всем вам было понятно, о чем идет речь. А дальше у нас выступят два человека, которые прекрасно знали его. И вместе с ними, начиная с 1954 года, вот в частности Алла и Маша. Вот, Алла расскажет немножко о том, как она его видела, как человека, которого знала очень близко. А Маша расскажет о его творчестве. Так что сейчас у меня будет только короткое сообщение, которое вот мы смогли для вашей информации представить. Итак, пожалуйста, следующий слайд. Вот, пожалуйста, его портрет. Мне кажется, это один из самых лучших. Пожалуйста, следующий слайд. Его отец. Очень важно, что Константин Черкашинин, Черкашининов, оказывается, в книге, в справочнике, составленном Евгением Александровым, была допущена ошибка. И поэтому каждый раз мы все путаемся. Черкашининов. Мы даже здесь исправили вот в этих текстах. Итак, следующий слайд. Очень интересно, что это семья художников, и поэтому Константин Черкашининов не просто сам себя создал, а он из семьи художников. Так что отец Михаил Иванович Черкашининов, он, мне кажется, что я сейчас дам возможность немножко рассказать вам, Алла, о том, кем он был и что он делал в Советском Союзе в 30-е годы. Добрый день. Меня зовут Алла Захарова. Знаю Черкашининовых очень близко, это были наши, мои преподаватели, так сказать. Они меня учили искусству, учили, как понимать и любить искусство, и я им должна очень многим в своей личной жизни. Я познакомилась с ними в 1954 году, вскоре после того, как я вышла замуж за очень близкого друга Кости, тоже Костю. И он повез меня в Лос-Анджелес познакомить с Черкашининым. Они жили тогда в Лос-Анджелесе на Institute Place с Кирой, с тремя сыновьями, но двумя сыновьями тогда еще, с Кириной мамой, с отцом Костиным и с Костиной мамой. Была очень замечательная группа людей, любителей искусства. Михаил Иванович устраивал выставки в своем собственном доме. И так я с ними познакомилась. Эта дружба продолжалась почти 60 лет. Костя старший умер в 2011, а мой муж умер в 2014. Что могу сказать? Я знаю, что Михаил Иванович во время Советского Союза украшал к 1 мая, тогда не было 9 мая, тогда праздновали 1 мая в Советском Союзе, и он украшал окна на Красной площади Гумовские всякими плакатами и пропагандой, в общем. Он также писал декорации для
Московского художественного театра. И после этого, значит, продолжал свое искусство. Он типичный русский замечательный художник, который умел передать саму, так сказать, русскость, которая, к сожалению, постепенно уходит. И его картины меня лично держат, так сказать, на этом свете. Отец был очень приятным, семья была страшно такая добродушная, все люди приходили, уходили, не нужно было звонить в телефон и сказать, я на следующей неделе могу к вам заехать. Двери всегда были открыты для них. И это было действительно открытые русские души. Причем мы не были иммигрантами, мы были беженцами, что это очень часто люди путают разницу. Иммигранты приезжают, чтобы свою жизнь лучше сделать, а мы бежали для того, чтобы наши жизни можно было спасти. Наше знакомство продолжалось после того, как они переехали в Санта-Монику. Близкие друзья тоже приезжали к ним. Костя и Кира приезжали к нам, жили и на речке у нас, на даче, и в доме, и так далее. Вот это, так сказать, период, который я знаю до того, когда они сюда переехали. Видите, то, что я собрала, конечно, Алла смогла намного больше пополнить. Пожалуйста, следующий слайд. Константин еще, будучи в Советском Союзе в 30-е годы, получил художественное образование. Он учился в училище, которое в будущем стало называться имени Сурикова, и в студии учителем скульптуры у него была Крандеевская, а позднее Машков. Ему 14 лет было, когда он поступил. Он поступил в 14 лет, сказала Алла. Следующий, пожалуйста. В 41-м году, такой тяжелый год, и он женился на Кире Крюковой. И вот, к счастью, этот довольно известный портрет, мне удалось его найти на интернете. Вот, я не знаю, есть ли у них в коллекции он, или он уже продан. Уже нет, да? Есть. А, есть, да? Хорошо. Следующий, пожалуйста. Вот во время войны они жили в Подмосковье, в городе Истра. Это место было захвачено немцами. И для того, чтобы спастись, они уехали к своим знакомым вначале на Украину, а потом оказались в Чехословакии. Ему пришлось жить в лагерях для перемещенных лиц. И даже там, ожидая возможности из Толстовского фонда приехать куда-либо, но им повезло, они приехали в Калифорнию, он в это время учился в Мюнхенском Вене. Вот как. В Вене, да. Они... Собственно, 54-го не было. Но в то время они были взрослые уже художники. А я была девчонкой маленькой, но в Вене было замечательное русское общество. У нас был там клуб с библиотекой, с концертами, и я там видела Костю Черкашининова картины первый раз. Совершенно никакого, так сказать, не мечтала, что я когда-то буду их больше ближе знать. И потом мы уже встретились в Калифорнии. Вот такая жизнь у нас у всех была. В то время в церкви, кстати, должна сказать, в Вене, регентом хора был Константинов. Спасибо. Интересно. Следующий слайд. Семья Константина, благодаря помощи Николаевского фонда, оказалась в Лос-Анджелесе в 1951 году. Пожалуйста, Витя, предыдущий. Я не знаю, что это происходит. Оказалась в 1951 году, и отец Михаил Иванович, он скончался в 1977 году, он продолжал писать картины, так что сегодня нам Маша покажет и работы отца, и работы сына. Так что в 1962 году он даже сделал выставку своих картин, хотя уже был в таком солидном возрасте, 60 картин.
Вот. Ну и хочется отметить, и согласилась с этим Алла, что отец Михаил Иванович считал себя последователем Куинджи и Левитана. И это вы заметите в работах, пусть их всего три работы, которые от Михаила Ивановича, но я думаю, что по ним будет это понятно. Вот. И он написал двухтомник своих собственных воспоминаний. Вот. Интересно было бы нам этот двухтомник где-то найти, вот. Но я его не видела, но Алла сказала, что действительно эта книга существовала. Так что сейчас я полностью сейчас я хочу вам показать еще два слайда, которые показывают их семью Черкашининова уже в таком преклонном возрасте, и их дом, на который они потратили столько сил и очень его любили. Вот, пожалуйста, это их дом и мастерская. А где? Джулиан. Город Джулиан, южный поселок. Это между Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Следующий, пожалуйста. И я думаю, сейчас мы передадим слово еще раз Алле. То есть, начиная с 1954 года, Алла все знает про них, правильно? Надеюсь, что нет. Можно сюда поставить или лучше держать? Я лучше держать буду. Итак, 1954 год. Когда мы поженились, то мой муж сказал, что обязательно надо ехать в Лос-Анджелес знакомиться с Черкашининовым. Мы приехали туда, нас, конечно, приняли замечательно. И это было первое знакомство. Потом мы очень часто встречались друг с другом. Когда у нас появились ребята малюсенькие, у Кости был Кости Черкашининова. Как-то нужно различить между Костями. Михаила. То у Кости старшего было замечательное чувство юмора. И уже у нас тогда было, значит, двое детей. Мария Константиновна и Константин Константинович, которые с нами приехали. И у них, должна рассказать это, у них была собачка маленькая, которую звали Милка. И Костя, старший, пришел вечером сказать им спокойной ночи. И к Маше обращается, говорит, а ты меня любишь? А Маша, тогда ей было года, наверное, 3. Она опустила голову и сказала, и Милкочку тоже. После этого дружба продолжалась, когда дети подросли, мы снимали дом в Калистоге. И Костя туда приезжал с Кирой иногда на целую неделю. И с утра до вечера рисовал один стог сена. Вот. Это было непонятно. Он в 6 часов утра вставал, брал, значит, мольберт свой и краски, и шел, и рисовал этот стог сена. Возвращался в 12 часов, снова шел и снова рисовал. И это в течение недели. Это все, чем он занимался. А потом это оказывалось этюдами, и уже попало его, так сказать, серьезные работы. Я считаю, что Костя был один из величайших художников 20 века. Очень печально, что жизнь у них была русская, к сожалению. То есть вполне жили так, как жили раньше дворяне в России. Или богатые, или бедные. Деньги есть, веселимся. Денег нет. Ну и нет, и ничего, будут снова. И поэтому, к сожалению, хотя Костя и Кира работали не только, рисовал Костя, но он еще был реставратор феноменальный. И работал в музее в Лос-Анджелесе, потом много очень голливудских звезд к нему приходили, просили реставрировать те картины, которые были у них. И они иногда были очень-очень богатые, и тогда стол ломился. Дочь моя подтвердит это. А иногда было плохо, иногда мне Кира звонила, говорила, знаешь, Ляля, я как живу мы как термиты, мы свои дома кушаем. И, к сожалению, конец был очень-очень печальный. Сперва погиб старший сын,
он был наркоманом. После этого неожиданно умерла Кира. Потом погиб младший сын, и, в общем, семья развалилась. Этого великого художника, когда у них жизнь стала тяжелой, был забыт. Младший сын был и алкоголиком, и наркоманом, и, в общем, вот так ушли эти великие люди. К сожалению, их мало кто знает. Надеюсь, что вы сегодня получите удовольствие от того, что Маша будет показывать и рассказывать. Я, это мой любимый стиль его. Я больше всего любила этот период его в жизни. Он потом замечательно вот ездил на юг, в Таун, Нью-Мексико, и там вот индейцев писал. Тоже очень интересно. Так что ушли. Надеюсь, что снова воскресну когда-нибудь. Большое вам спасибо. О, да. Они в 70-х годах они начали... То есть Кира. Кира была головой. Художники, она всегда говорила, ты только пиши, я все тебе сделаю, что нужно. И Кира начала строить в Джулиане дом. Дом-музей искусства Костиного. Это был не... Это правда был музей. Это был замечательно красивый трехэтажный дом. Она там собиралась строить часовню. У них был пруд на земле на этой. И это вот дом тот. Он был трехэтажный. Наверху была Костина студия. А низ был, значит, гостиная, столовая, кухня, большой балкон в ту сторону. В общем, дом был красивый для Костиных картин, так что каждая комната была в другом стиле. По картинам мебель была в доме. Вот так. И этот дом, в конце концов, пошел с... И он банк собрал, правда, Маша? Да. Мы были вместе в Москве тоже. О, да. Ну, это интересно. Интересно, да. Но во время путча нам пришлось быть в Москве в день путча. Мы приехали туда на первый съезд русских иммигрантов по приглашению из правительства. И Костя и Кира приехали туда, чтобы повидаться с дядькой, которого не видели, сколько, 30 лет почти, да больше. И тогда дядька еще был жив, он генералом был советским. И когда Костя попытался добраться до дяди, чтобы встретиться, дядя отказался с ним разговаривать. То есть он считал, что Костя был предателем. И это было очень-очень тяжело для всей семьи, для Киры, для Кости, но так вот складываются судьбы не только знакомых, но и семейств, к сожалению. Маш, ты готов? Алла, большое спасибо. Я передаю трубочку вашей дочери. Может быть, хорошо было бы показать Михаила Ивановича картины сперва. Да, да. Перед тем, что я начну объяснять насчет дяди Кости. Очень. Главный мужчина Маргариты здесь. Это замечательный портрет его. Спасибо.
что вы сами можете справиться, что это значит, потому что я предполагаю, что этот стиль вы очень хорошо знаете. Я многие называют это Russian romanticism. И видно, что он имел очень хорошее чувство краски, и видно, что очень хорошее чувство света, тень, свет, да, и зимняя картина тоже показывает то же самое, свет, тень и... Это Михаил Иванович писал эти картины. Три картины, да. А теперь мы перейдем на дяди Костины картины. Да, я хочу тебе представить. И вам ясно, наверное, это его портрет. Не могли бы подальше. Он сам себя писал. А, вот так, спасибо. И прекрасный как портрет. Это, вот это Костя. Сперва хочу сказать, что дядя Костя бы смущался, что мы показываем его картины в таком свете. Ему очень, свет был очень важный. И почему свет важный? Это сложная, длинная история. Я постараюсь как покороче вам объяснить. Когда он приехал в Америку, к сожалению, он не мог продавать достаточно картин, чтобы себя и семью содержать. Он стал реставрировать картины. И поэтому он долго сидел на всякие картины, когда через музей работал. У него были Моне, у него были старые мастерс, как Беллини и так далее. И он долго сидел и глубоко смотрел на эти картины. И ему мысль началась. Интересно, это плотной, plain, плотной. Простой. Well, I mean, canvas is flat. На плоской фанере. Как показать время? Потому что картина показывает момент. И, например, импрессионизм начался, когда тоже художники думали, как свет показать, природа. И они начали красить, писать на дворе. Но проблема, так как он стену писал, утром свет иначе, чем в середине дня, чем под вечером. И если... Как сделать картину, чтобы показать, что время идет? So, я хотела показать эту картину, потому что это классический импрессионизм. Формы ясные, это скомбинирует реальность с абстракт. И свет помогает принести это все в живым,
Но это момент. Он начал думать насчет это кубизм и Пикассо. Например, Пикассо старался показать время, когда показывал лицо сразу вперед, на бок, позади. И тогда от этого кубизм пришел, потому что показывали фрагментацию. И вот почему я хотела это показать. So, когда я говорю фрагментация, видно, что есть геометрические shapes, формы. Но в классическом кубизме свет не показывается. И он придумал, что через эти формы можно свет показывать от утра, от вечера, от днем. И не значит, что это все должно быть в прогрессии. Эти формы могут быть на все палаты, на плоскости. На полотне. На полотне. И что это дает? Это дает жизнь формы, которая на картине написана. Интересно, для меня это интересно, потому что я знаю, что Моне, у него многие картины на стенах. Он старался ту же самую задачу решать. И его решение было, well, у меня будут много картин утром, много картин днем, много картин вечером. А дядя Костя хотел это все сделать на одной плоскости. Интересно, его решение на эту задачу насчет времени есть было тоже включало краска. Вы заметите, что особенно его позже работа яркие краски. Почему? Потому что он так на это все смотрел, что он не сразу не писал картину. Он или природой, скажем, что-то увидит и с карандашом срисует, чтобы память была, и откладывал. И иногда эти скетчи лежали годами. И вдруг что-то вошло в голову, и он из памяти рисовал. Потому что он сказал, что если от памяти, наша память не, как сказать, реальная, в смысле в том, что уже много времени прошло, и как-то мы выбираем из нашей эмоции, что мы помним. И он говорил, что и в памяти у нас яркие краски. Это что дает эмоцию с памятью. So, он тогда комбинировал краску с эти формы, и где каждая форма имела свой свет. И я считаю, это хороший, well, кое-как, есть много лучших экземпляров, но видно здесь, я пропустила. Маргарита. Хотела показать вам
Куда ты идешь? Я хотела вам показать прогресс, это как он это думал. Значит, после импрессионизм видно, что эта картина сделана из формы, но она тоже как-то более плоская, в том смысле, что все эти кубики более показывают момент. Каждый индивидуальный. А здесь это как будто бы утреннее солнце, тут под вечером. Все в одной картине. И что он хотел, чтобы вы от этого получили, это когда вы смотрите на картину, чтобы вас вы подумали, что да, это люди на лошади и там в деревне, но там что-то еще, что-то есть. И что это? Это время, это эмоция, это показывает нам, что природа не только момент, а природа живет, и мы можем от этого в душе чувствовать, что есть, не только все двигается, но так я вам там примеру. Он очень fascinated, не знаю, попал. Он был студент иконы, потому что икона на плоской фанеры, но она живая. И живая от краски и от эмоций. И мы, несмотря на то, что мы смотрим на плоскую фигуру, наше сердце чувствует, что что-то там живое. Да, под этого. И то же самое он старался показывать в этом стиле. Он иногда картинки поворачивал вверх. Вот, не только это, но он очень часто начинал картину тоже. И если я бы на эту картину смотрела, я бы сказала, какая красота, ты кончил. Да. Нет, она не кончена. И клал, в кладовку, и через 10-15 лет ее вытаскивал и кончал. Ты Венецию. О, но Венецию. Пожалуйста. Интересно тоже, он такой студент света был, что он заметил, что в Калифорнии совсем другой свет, чем, скажем, в Монтане или Вайоминг, где он часто ездил тоже писать. И он догадался, что в Калифорнии у нас голубой свет. И вот почему многие из его южные Калифорнии картины голубые. И если мы бы взяли набор, эти краски будут больше и ярче. И интересно, между 40-го и 50-го параллела, это включая Париж, включая Киев,
и включая, кстати, Монтана и Вайоминг. И он говорил, ты знаешь, почему называют Париж город света? Well, я всегда думала, потому что ночью яркий и так далее. Но нет, потому что свет в Париже, иначе свет, он делает краски более ярче. И они тогда более эмоций передают и так далее. И то же самое, когда он писал «Вайоминг и Монтана», он это заметил. Значит, опять свет был очень-очень важен для него. И я помню, он тоже говорил, что его новый стиль был как музыка, в том смысле, что эти формы, которые он делал светом, это он называл... What's a chord in Russian? Chord. Chord. А формы, которые он писал, и краски, скомбинированные с этим, это была мелодия. И когда скомбинируешь вместе, получается симфония не только времени и красок, и формы. И эмоций. Да, очень-очень важно. Да. Он свет добавлял, он иногда придешь в ателье, а у него картины вверх-вниз. Я говорю, в чем дело? Он говорит, а я добавляю, потому что это не совсем правильно, когда правильная картина. А так что он... И, кстати, сам canvas был очень осторожная деталь. Он покупал материал из Голландии, потому что тот материал был не мягче, tighter. Когда он делал сайзинг, он не только один раз, а два раза это делал. Когда он клал краску, это не только один раз, два раза, а очень часто три или четыре раза, потому что говорил, что глубокость. So, вот вы можете видеть эти формы и как свет иначе в каждой форме. Но когда смотришь на все, она имеет... Она двигается. Потому что переходит цвета. Mm-hmm. Переход цветов у него особо. Да, особо. Да, определенно. Какой-то один выделяется синий, фиолетовый, а на фоне этого другие, которые тоже сочетаются. Ну, я очень рада, что вы поняли, что я говорю. Пожалуйста. Извините, что я вмешалась, но просто мне тоже интересно. Действительно, сочетание необыкновенное, потому что на фоне синего и фиолетового цвета у него и примыкает другой цвет, который сочетается очень органично. Но выделяется первый момент, мы видим фиолетово-синий, а на фоне этого выделяются и другие, которые тоже эмоционально, и игра красок, которая очень отражается на эмоции. И вы очень хорошо объяснили, что симфония. Да. Микрофон поближе. Да, это просто игра красок. Это и музыкальная. И игра красок световое, потому что свет у него это основное, потому что часть лица. Посмотрите, разница даже в цвете лица. Часть освещенная, часть серо-синеватого розоватый оттенок, который сочетается с другой частью цвета лица в световом сочетании. У него не только красочное, но и световое сочетание. Выделяется
на фоне вот всего. Вот далеко, либо это у него голубой, но не совсем голубой, там тоже игра красочная. Так что великолепно, конечно, это явно большой профессионал в сочетании красок, и это здесь и эмоция, и музыка, и игра красок, и сочетание красок. Все это у него есть, на которое он, видимо, уделял внимание большое свету, свет и освещению. Извините, что мешаю. Спасибо. Это очень хорошо. Такие собрания готовы. Для этого есть, что можно было делать. Ну, значит, мы воспринимаем. А вы рассказали, как он переворачивал картины. Это никто не слышал. Не могли бы повторить, что? Что за... Ну, вы повторите микрофон, потому что не слышат люди сзади. Костя иногда работал, как Маша рассказывала, бросал картину, потом снова ее доставал и дописывал, потому что был недоволен. Я однажды пришла к нему в Санта-Монике в ателье, и у него картина верхом стоит, и он сидит и что-то... Я говорю, что ты делаешь? Она верхом. Он говорит, нет, это нужно было, потому что тут не хватало вот этого какого-то цвета, чтобы это поглубже было. Вот он близок к Мане, поэтому по игре красок, по освещению, потому что Мане и вечером рисовал, и на море, и на воде, и на закате, и на восходе. То же самое, только у него более современное у этого. У Кости более современное, более модернистический, чем у Мане. Было бы интересно поставить Мане рядом, да. Тогда очень это видно, абсолютно. Разница между двумя. Просто чуть больше классика. Там вопрос. Ну, раз заговорили о Мане, то я хочу сказать, меня зовут Иван Топалов, я из Лос-Анджелеса. Я знаком с искусством Константина Черкашининова, его отца. Но добавить к Мане можно то, что Черкашининов реставрировал картины Мане, которые находились в коллекции Анненберга. Да-да-да. И эти картины сейчас находятся в Национальной галерее Анненберга, отдали их на хранение, они... У них висели в Palm Springs, в их имении. Если и они музей, оттуда снедали эти картины на хранение. Мане, может быть, да. Потому что если бы они рядом были, да, это было бы очень хорошо. Это хороший экземпляр. Микрофон, пожалуйста. Тут очень плохо. Нет, давайте, я помогу. Все-таки плохо слышно. Это хороший экземпляр. Увидеть, как здесь, на этой фигуры, формы. Это утренний свет. А позади вечерний свет. Это в одной картине. Да, и, конечно, краски потрясающие. Синие краски. И он не боялся. Не боялся. Да, смелый. Смелый. Здесь у него очень все. Да. Они просто Нехорошо свет. Подойдите к нам ближе. Тут, там свет. Там же освещение. Да, освещение тут. Вот так, наверное, лучше всего. Так лучше? Да. Потому что это освещение вместе. Близко. Слева хорошо. Ну, его любимый цвет, наверное, все синий. Он оранжевый тоже. Да, даже не ярко-красный, а даже темноватый. Угу. Картины дорогие, не дай бог поцарапаешь. Ой, да, это я смотрю, после портрета. Здесь
Это не мой. И он очень часто ездил в Нью-Мексико и рисовал с Николаем Вешином и с Борис Гаспар. Леон Гаспар. Точно, краски, белые краски, да, на этом, на юрте, потрясающе. Да, у них был van, и он специально был сделан, чтобы все краски да. И полотна вместе. Хорошо. Так. Пожалуйста. Oh, sure. Катя, you should do better than that. I'm taking all of these wonderful paintings to the Antiques Roadshow. Actually, I think he has, I think his painting has been on the Antiques Roadshow. Kind of interesting to see what yeah, not from this state, but yeah. Does he have quite a collection? He has, he was a very prolific artist. Yeah, so there's quite a bit. Not yeah. By choice. Kira made him. It's how about his work in the Russian Federation? Are any of his paintings hanging in no. Museums there now? No. Yes, please. I'm sorry. I'm actually blind. So if you're raising your hand, you don't have to. Just blurt the question up. Я просто хотел сказать вам большое спасибо, потому что знаете, когда узнали о Лос-Анджелесе, знали о судьбе семьи, то, что происходило с сыновьями и так далее. Это была трагедия, на самом деле. И я очень хотел вам сказать спасибо, что вы сохранили все это, потому что все начали переживать, что со всем этим станет, куда оно все денется. Поэтому вам, знаете, есть люди в Лос-Анджелесе, которые работали с ним, в его студии. Которые до сих пор работают в сфере художества, они реставрируют картины, потому что они были его студентами. То есть он как-то передал... Well, Кира начала да. Экзема на руках, и она больше не могла работать. Да, они нанимали людей, которые до сих пор живут в Лос-Анджелесе, которые до сих пор реставрируют картины, и они рассказывали, что на самом деле у него были... работы таких величайших художников на реставрации. У него был такой голливудский Бамонт, там и Маккуин постоянно приезжал, и все эти голливудские актеры, которые были коллекционерами и собирались на самом деле большие количество гостей, и они устраивали пиры, как вы сказали, которые никогда не заканчивались. Но да, были и тяжелые времена. Но такой шок-вейв был, когда он скончался, и никто не знал, что станет со всем этим. Потому что переживали, что все пропадет, что нет, все нет, уничтожится нет. И так далее. Но, поэтому мы очень благодарен вам просто за то, что вы это сохранили. Спасибо. Я была бы очень благодарна, если бы мне оставили контакт, потому что многие картины слегка испорчены. И если у него студенты, которые почему? Он учил, как реставрировать, я бы очень интересовалась, если они согласятся исправить несколько картин. Да, будет интересно. Я спрашиваю. Хорошо. Спасибо. У меня есть вопрос к вам. Мне кажется, вы очень интересно рассказали про его творчество, а вот я слышала очень много, как он занимался реставрацией, у кого, чьи работы он реставрировал. И, может быть, частично они хранятся все еще в его коллекции? Нет. Ничего нет. Ну, это он для музея делал. Например, в Chicago Art Institute вы увидите многие картины, которые он реставрировал. И в Getty Museum тоже. Getty Museum. Музей тоже его. Это что я знаю об этом. Может быть, есть еще... места, где он реставрировал.
Говорит, может пробежаться по фотографиям? У кого-то еще вопросы есть? Опусти стенд, давай. Вы знаете что, тогда, если нет вопросов, мы вас тогда поблагодарим. Вот давайте фотографии. Вопрос. Можно вопрос еще? А нет ли у вас идеи сделать брошюру какую-то по его картинам? Каталог, как брошюру? Да, потому что это такие картины будет достойны, чтобы их видели многие. Да, можно. Можно. Вы имеете экран в виду здесь, сюда? Ну, тут, здесь, да, для музея, да, и вообще для можно привлечь, распространения. Можно, да, привлечь его ученика. Его биографию, чтобы там была биография. Так, ну, уже есть, но ну, это, там были, да, картины. Это не все, только да, вот часть. Как Игоря Соколова отца, прекрасная брошюра. Вы, наверное, видели ее? Анатолия Соколова. Брошюру, как она сделала. Сделать такую, ну, поменьше еще. Между прочим, когда они ехали, Анатолий Александрович, Соколов и Черкас, они вместе ехали, ну, там, где они встретились с Леон Гаспаром. И все вот эти вот картины, они фактически вместе. Одна есть картина Анатолия Александровича тоже, которую он написал одну единственную. Осталось. Спасибо. Интересно. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы? Алла, вы... Ваш Анатолий, Игорь, Александр. Анатолий, ваш отец был знаком? Да, да. Они вместе ехали вот эту поездку, которую вы рассказывали, Таос. Они вместе выехали с Лос-Анджелес. Анатолий Александрович поехал к нему в Лос-Анджелес, и они оттуда, даже, по-моему, машиной ехали. В Санта-Монике жили там, да. Ну, Санта-Моника, да, я называю его Лос-Анджелес, Санта-Моника. И там они вот встретились с Леон Гаспаром и Печетин. А Сергей Бонгар? Я не знаю. Не знаю. Не знаю. А выставки в Русском центре проходили его? Там людей проходили? Думаю, что нет. Что, Бонгар? Вы знаете, что, собственно, я думаю, наше представление закончилось, но в конце у нас есть, Маша предложила несколько слайдов, которые у нее были, я не знаю, наверное, штук 30, поэтому их довольно много, и мы их просто сейчас покажем вам на экране. Но я думаю, не так долго, как мы показывали настоящие картины, да, просто более, в более быстром темпе. И они в группе. If you have comments, Маргарита, maybe you can take it. I will just show what you can see here. Жалко, что краска не очень передается. Так. Next, следующая группа. Михаил. Маргарита, what is Michael or Михаил? Oh, это Михаил Иванович, его отец. Это картины отца. Я транслирую, о чем говорят здесь. Это русский художник, типа импрессионист, что вы сказали. Нет, импрессионист. Русский художник. Да. Пожалуйста, давайте вы немножко комментируйте. Вот другие картины, которые мы сейчас видели перед этими, там влияние импрессионист. А здесь влияние русской живописи. Да, абсолютно. Русской жизни, живописи, русских художников. Типичная. Конечно, тоже элемент уже современности. Абсолютно. И влияние.
А вы держите, лучше вы комментируете. Нет, я... Давайте, пожалуйста. Пожалуйста. Я писал главным образом пейзажи вокруг Москвы. Да, очень нравились краски там. Я думаю, все интересно. Так, следующая группа. Следующая группа модернист. Да, и у этого художника, который мы сейчас рассматриваем, тоже влияние не только импрессионизм, и модернизм. Совершенно верно. Так что это чувствуется во всем. Это более современно человек развивался, в конце концов, не только развивался, а и сочетался с современностью, то есть соображался с современным влиянием. Сам Костя был очень эмоциональным человеком. Абсолютно это чувствуется в картинах, что человек очень эмоциональный, за все переживал, наверное, все близко к сердцу принимал. Это все отражается это. И он, между прочим, шел вместе с современностью. То есть он понимал изменения. И не боялся. Да, не боялся отразить то, что общество и люди меняются. Со временем. Ну, цветы – это невероятное сочетание. Сочетание цветовое. И вот ярко выражается зеленый цвет. А до этого у него были другие цвета, которые ярко. Хотя всегда присутствует обязательно синий, голубой цвет. И красный. Но красный – не яркий. Ну, вот здесь великолепно передана радуга. Не только это, но и буря. И, да. Вот буря и... Буря. Но и дело в том, что даже вот человек, который работает на поле, даже и поле передано в различных сочетаниях цветов. То есть для него цвет и свет – одно из важных элементов картины. Здесь абсолютно русская... Купание красного коня. Это Костина. Но это чувствуется, что русское влияние, не только русское, а это сказочное. Отражение стойка, это все, что в сказках и в Беринах. Вот. Это вот отражается в этой картине, да. Именно историческая память русских. Да. И это подчеркивается русское. А здесь уже нет, здесь уже не русская картина, которая... Это абсолютно... Маргарита, знаете? Ну, тоже яркость цветов различна. И присутствует везде фиолетовый и синий цвет. Видимо, это любимые цвета, которые сочетаются с ярким оранжевым. Тоже приглушенный цвет. Ну, здесь уже другая картина, которая и люди, и животные впервые появляются. Сказка опять. Но вот играющие на дудочке, это русские или... Да, это рожок, который Рожки. Тоже именно подчеркивает, что это происходит... где-то на русской территории. Да, это в России. Это тоже сказочно. Да. Вы знаете, вы так хорошо делаете, пожалуйста. Без вас просто. В этой картине абсолютно подчеркивается, что это не русская действительность. Абсолютно. Это индейцы. Ну, кстати, мы сразу понимаем, что это не русская. Значит, сделал свою задачу отлично. Мы понимаем, что это то, что есть вот индейцы здесь. И красочные, как другие уже и лошади. Хотя это лошади, но это конь, но он уже другой окраски. Американские лошади. Да, но все равно присутствует синий цвет. Все равно везде синий цвет. Потому что синий цвет, наверное, это в любом свете всегда есть оттенок света. Немного и ночного. И правильный свет в Калифорнии. Да, в Калифорнии. Каждый. Даже всегда, когда я помню, оказалось в другом городе, думаю, господи, тут и небо другое. Да, так что тоже. А в Россию, когда приезжаешь, да. Небо совсем другое. Здесь, вот, чем она занимается, я не знаю. Ковер. Она ковер делает. Ковер делает. Да, это рукоделец. Здесь тоже... отражен тяжелый, мало того, что не похоже, а еще тяжелый труд. Они явно чувствуются, что эти люди и бедные, и занимаются нелегкой судьбой. Отражается в одной картине все. Это, кстати, один из его последних картин. Предыдущий или вот этот? А вот здесь уже чувствуется
более такое модернистическое влияние в этой картине. Не только в сочетании цветов, а в фигурах, во всем ансамбле, который помогает. Эта картина явно тоже намерена в проект. А вы знаете, осталось совсем немножко. Вот последняя картина у него. Вы знаете, все-таки пусть у вас будет. Я... Ну, в этой картине опять он верит в себе. Видите, синий даже лошадь, есть синее отражение. И в то же время красный свет, но он не так яркий, но синий цвет отличается. Его любимый цвет все равно присутствует здесь. Несмотря что, казалось бы, доминирует здесь красный цвет, но все равно на первом плане, может быть, даже это отражается. Сейчас. Следующая группа – портреты. Сказать. О, это Петька. Это самый младший сын, Петр. Может, вы тогда будете комментировать? Кто? Портреты? Я. Портреты, может быть, вы там? Это младший сын, он ровесник моей дочкой последней. Это Костя в молодости. Костя пишет. Кирка. Вот. Нет, он такой, тут он серьезный какой-то. И не причёсанный. Не только серьезный. У него явно было... С горя, да. Это у него и грусть там есть. Средний возраст, это, вероятно, под Мюнхеном они жили в деревне. С моей семьей. Кира была очень красивая, молодая. Вот грусть у нее прямо во всем облике. Вот это Кира. Так, и последняя сейчас, одну секундочку. И последнее название, я не знаю, что можно сказать. Нет, это крест. Это у вас отдельная группа просто. Да. Это последнее. Oh, wait a minute. Are we talking about свет or легкость? Это я запутала. Это один из последних картин его. So, наверное, 1909-10. Алла и Маша, большое вам спасибо. Сегодня было не так формально, как обычно. Вот, зато я тут очень много двигалась, может быть, похудею чуть-чуть. К сожалению, будут пирожки. Катя, не удастся похудеть. Катя нам приготовила пирожки в этот раз, мы очень благодарны. Все, кто знает, помогите немножечко стулья раздвинуть. И я думаю, у нас потом будет возможность поговорить и с Машей, и с Аллой отдельно. Но я считаю, что мы все, как Музей русской культуры, и от имени музея, очень благодарны этой семье, которые позаботились о картинах, которые могли пропасть. И вот я думаю, что самая большая сейчас проблема, что и чем мы, как Музей русской культуры, можем вам помочь. По крайней мере, вот мы вас познакомили с Иваном Коваловым. Так что большое спасибо, и на сегодня мы закончили наше мероприятие. Ну, имеется в виду официальную часть. До свидания.